Ну давай, слышь, давай, давай, Кирилл Терешин, ну, давай, давай. Опа, ничего. Кирилл. Базука. Давай, давай. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня вашего Кента вызвал на дуэль самый настоящий Кирилл Терешин. Ну, по крайней мере, он так говорит. Кирилл, ты тут? Вечер в радость, чефир в сраду. Кирилл, тише, Кирилл, ты чё? Ты чё материшься, слушай, Кирилл? Дай мне сказать свое коронное приветствие. Вечер в радость, чефир в сладость, моя коронная двоечка. Слушай, ну чё, Кирилл, чё ты написал мне, что я да нуб, давай, да? Давай на дуэль, дядя, я ж тебя убью. Ты убьёшь меня? Ты ответишь на свои слова? Я тебя базукой пропишу своей. Окей, ну если чё, то готовься, короче. Давай, заходи, дядя. Давай, 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 ща по дуэлям ещё узнаем, кто из нас двоих настоящий про... Я с армейки пришёл агрессивный просто. С армейки? Слушай, а сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Миллион. Я думал, 12. Не, не прав. Ладно, давай, погнали. Ну чё, какое название, какой пароль? Ты хоть что-то говорит? Вызвал меня на дуэль, позвал в скайп. Название не знаешь? Базука. Базука. Ну давай, давай, давай. Так, какой пароль? 02 вызывай сразу. 02? А, это типа ты сразу, да? Чтоб ты сразу уже уезжал. Слушай, дружище, ты лучше себе заказывай сразу похоронное бюро, потому что давай, дуэль против Кента ПК это себе. Очень опасно. Имеешь что-то против моего клана? Бойс, 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 та песню просто вспомнил. Слушай, а ты ответишь за свои слова? Сейчас, короче, вот за клан бойскаут, за моих подписчиков, и просто за то, что ты меня обозвал нубом, ты будешь отвечать. Понял, Кирилл? Да давай, дядя. И слышишь, если ты проиграешь, ты, короче, прям включишь вебку. Если я проиграю, то я включу вебку и выполню, там, не знаю, какое-то твое желание. Окей? Договорились? Ну, по-пацански. У меня есть желание, но оно тебе не понравится. Слышишь? Оп! Ай! Слышишь, нежданчика, хуйня. Давай на ножах, дядь. На ножах? Давай. Слышь, только Кирилл, меньше матерись, потому что все-таки, да, знаешь, извини, я извини. Тогда не буду я с тобой дуэлиться. Я с армейки пришел. Да ты просто будешь сразу на бомбе. Давай, все. Я тебя жду на бассейн. Давай, давай, только... Иди сюда. Давай, ну что, готов? Подожди, стой, 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 дай я посмотрю твой скин. Ты что, девочка? Ой, бля, я упал. Ну у меня скин просто девочки, так я мужик. Ну да, ну да. Че, хочешь проверить? Да не, спасибо, я нормальный. Ну давай, ну что, слышишь, погнали. Давай, опа, хук с левой. На двоечку прописал. Ого, слышишь? Вечер в радость, чефир в сладость, моя корона. Обратно на ножах? Ну давай, давай, слышишь, давай, у меня тоже такая неплохая двоечка. Подожди, 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 дай синтомах. Ну стой. Вешайся. С синтолом? Ничего себе, ну-ка, опа. Ладно. Ничего себе, слышишь, вот ты жесткий. Девочка, мужики, окей, окей, давай, последний раз, давай, последний раз на ножах, и потом уже будем... Ой, ой, только не бей, не убивай. Нет, нет. Опа. Все, пока, давай. Чувак, как он это делает? Сейчас я синтол снова. Опять с синтолом, слушай, Кирилл, ты там поосторожнее с синтолом, потому что все-таки он плохо действует на твой мозг, я так вижу. Сейчас у тебя мозга не будет. Слушай, 3-3, неплохо, неплохо. А играем мы, короче, до 10. Сейчас 18-5. Ничего себе, вот это прям батя, слушай. Ничего себе, ты жесткий противник. Какой у тебя левел? Первый. Ничего себе, первый левел. Вот, вот, ребят, идите в армейку, будете такими же сильными, как слышь, я. Ну, типа... и покупайте синтол только у меня. Ой, а! Смотри, так мощно умер. Ребят, убили мы этого синтольщика, наказали ты его, да? Ты ответишь за свои базары. 4-4, но мы играем до 10, и я скажу так, что пока что нас ничья. Но ты да еще учитывай что... то, что играю полсилы. Какой 18 левел, вот батя с первым левом с армейки пришел, ярость. Ого, ничего себе, ты типа, подожди, ты типа до армейки играл в Black Strike, да, или как? Я до армейки в КС-ку залипал. А, в КС-ку? Ну давай, слышишь, хочешь на ножах, окей, давай. Подожди, не убивай, не убивай, дай маме письмо напишу. Маме письмо, ну давай, давай. Да, вот, написал. Слышишь, ты был не по-пацански, я тебя не убивал, а ты взял тупо в крысу меня убил. Это выживать сильнейший. Выживать сильнейший? Либо тебя, либо ты. Ну давай, давай, слышишь, хорошо, выживать сильнейший, без проблем, все окей. Ты, слушай, ты, вот это зря. Я думал, что нормально слепо дуэлимся, я тебе буду хорошего мнения. Ой-ой-ой-ой-ой, я тебе отличного мнения. Будешь мне синтол сейчас пить. О, ничего себе, слушай, а ты жесткий, ты хоть первый левел, но ты меня выигрываешь. Скилл с армейки. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышь, а ты еще на меня с ножом нападаешь? Это вас в армии так учили? Да я просто, понимаешь, у меня предки гурки были, вьетнамцы. Они, короче, на американцев с деревьев с ножами падали. Блин, Кирилл, слышишь, скажи мне, пожалуйста, под чем ты, Кирилл? Вот просто скажи, под чем ты? Под синтолом. А, под синтолом. А, ну понятно, я понял, давай, давай. Ты что, мои волосы не видел? Волосы? А какого у тебя цвета они?
Лысого. Лысого? Ничего себе. Кирилл, ты что-то проигрываешь. У меня что-то ладошки вспотели. А ладошки вспотели. Ну, главное, чтобы не другое место. Там тоже. Там тоже вспотело? Ничего себе. Слушай, Кирилл, ты меня, пожалуйста, так сильно не пугай. Ой! Ой, Кирилл, ты умер! Такого хера ты не сдал. Слышишь, ты чем мне пытаешься бить с ножа? Слышишь, Кирилл? Да я просто рукопашку тренирую, базуки. А, ты пытаешься меня с базук вынести? Да-да-да. Я понял, слышишь, ну ты какой-то вообще слишком дерзкий. Как пуля резкий. Как пуля резкий. 8-6, ты как бы проигрываешь. Чё ты опять идешь с ножом? Ай, ну я блядь. Не понимаю, у тебя IQ, походу, как у ракушки. Ты чё на меня с ножом идешь? У тебя же есть оружие. Я с тобой потом по вебке поговорю. Ты понимаешь, что я тебя один раз убиваю, и ты уже включаешь вебку? В смысле, какой мы с тобой поговорим? Хотя ладно, будь жесткой. Все. Все, ты проиграл, давай. Все, давай. Вот если мужик, по-пацански выполняй свое обещание, окей? Да пизды. Давай вебку включай, Кирилл, давай. Вот, давай. Мы с тобой договорились, давай включай вебку, вот, чтобы было вообще по-пацански, без кидалова, давай. Если бы я проиграл бы. Это кто? Слышь, это кто? Это я, Кирилл, это что, ты ещё синтол в дёсны колешь? Это я колю. Ты ж, Кирилл, а ну давай свою коронную двоечку. Кстати, Кирилл, а ты что, в Одессу переехал? Чё у тебя надпись «Одесса»? Же ничего себе. Смотри, смотри. Я в солярии немножко переборщил. А, ты в солярии переборщил, ничего себе. А, я понял, короче, после солярия к тебе прилипли очки, и у тебя как-то немножко видоизменилась кожа, да, как я понял? Блядь, смотри. Ничего себе. Слышь, Кирилл, ну у тебя бицуха. Слышь, Кирилл, у тебя хоть канал на ютубе есть? У тебя есть канал, слышишь, ты что так много материшься, Кирилл? Мне придется вообще это запикивать. Не материшься? Окей, ничего себе, Кирилл, вот это ты чупакабра. Ничего себе, нет, ну ж, да, конечно, да, видишь, моя базука не сравнится с твоей. Да, конечно, да, ничего себе. Слышишь, а что у тебя, да, одна рука накачана, а вторая нет? Синтол кончился. А, синтол кончился на второй руке. Слушай, давай, ну... я тебе пропишу. Давай двоечку коронную, давай. Давай, да, двоечку. Синтол кончился на второй руке. Слушай, давай, я тебе пропишу. Давай двоечку коронную, давай. Давай, двоечку. Ты мне канал мой на YouTube поставишь, слушай, окей? Ну давай, слушай, давай, Кирилл Терешин, ну давай. Опа, ничего. Кирилл. Блин, Кирюха, ну ты, конечно, уматываешь темп, я в шоке. Слышишь, Кирилл? Я вот не понимаю, скажи мне, пожалуйста, ты серьезно думаешь, что кто-то поверит, что ты Кирилл Терешин? Не веришь? Не, я верю, но просто вот мне интересно, вот как ты сам думаешь, вот кто-то поверит, что ты настоящий Кирилл Терешин? Ну, наверное. Наверное, я понял. Ну, ты хоть понимаешь, что ты, ну, что тут люди умные, и все понимают, что ты фейк? Не знаю. Не знаю, ладно, короче, еще можешь передать привет Ютубу? Передай привет маме, папе, тебе. Ну, слушай, ну, кажись, ты заслужил, да? Заслужил, чтобы я ставил ссылочку на твой канал. Слушай, ну да, это прикольно. Ладно, Кирюх, давай, удачи тебе, спасибо тебе. Давай, все. Желаю, чтобы ты не колол больше синтола в мозги, потому что он плохо влияет, мы вот сейчас видим, да? Да не знаю. Ладно, все, давай. Все, давай, пока. Ну что же, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравился подобный видеоролик. Пожалуйста, подпишитесь, напишите какой-то хороший комментарий. Ну я, ребят, не знаю, ну просто парень сделал сегодняшний видеоролик. Я прям жестко с него проорал, правда, он что-то слишком много матерился, ну как-то вообще, как-то невоспитанный молодой человек. Ладно, ребята, всех люблю, всем удачи, всем всего хорошего. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вам нравятся подобные видеоролики. С вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока. Пока-пока!